Возможно, еще не все. Осторожно, чужой! Парни, не расслабляемся! Противник! Ну, рассказывай, я весь внимание.
Здоров! Что скажешь, брат? Собственной базе.
Что скажешь, брат? Начали! Чуваки, спокойно! Ждем врага! Прикрой меня! Начинаем веселиться! Прикрой! Граната, ты дура! Только высунется! Вот козёл! Начни! Держи его! Я приплыл! Чувак, ты сможешь! Я его держу! На тебе! На, кушай! Я понимаю, подними его! Прикрой меня! Держи его! Я плюсу подберусь! Вступайте в ряды долга! На нас лежит огромная ответственность! Нужно защитить мир от наступления! Я на поле на тебя! Я прикрываю, я прибыл! Вы
Да, чувак, прибыл! Вот и все. Дышим глубже. Баста, все свободны. Чуть медным тазом не накрылись. Слышишь, Мэн, ты к нам обязательно забеги на базу. Долги надо отдавать побыстрее, чтобы Джанни гневался. Дышим глубже.
а нам тут уже крышка рисовалась. Ты к нам на базу загляни как-нибудь. Уважим, чем богаты. Все, Пипл, можно расслабиться и почувствовать себя по-настоящему свободными. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Привет, брат. Как спрячешь ствол, будет разговор.
быстрее. Ты совсем недалеко от стрелка. Десерт. Кушай гранату! Сдохни, гад! Все, урод! Все, мужик, не стреляй! Сигнал стрелка пропал. Мы упустили его. Он ушел в сторону выжигателя. А там и до центра зоны недалеко. Для нас путь через выжигатель без прототипа. Верная смерть. Единственная для нас возможность догнать стрелка – пройти через Лиманск. В сторону города ведет тоннель, он сразу за мостом. Это единственная известная дорога в город. Опустить мост можно только с другого берега, но его контролируют бандиты. Ёлки. Ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег. Может, есть другие варианты, не только мост? Так. Если кто и поможет попасть в Лиманск, то только лесник. Говорят, этот старик может найти безопасную тропу даже там, где раньше не бывал. Лачуга старика находится на окраине Рыжего леса. Наемник, найди лесника. Рано расслабляться. Идем. Баста, все свободны. Одни мы не продержимся. Быстрее! Все, мужики, отбой! Можно передохнуть маленько? Ну что, подождем еще? Для гарантии. Всем мужики, спасибо, не расслабляемся! Свободны. Ну что, подождем еще? Для гарантии. Можно передохнуть?